Школьные базары давно зарекомендовали себя как площадки открытой торговли. Качественное обслуживание, разнообразие товаров и услуг, скидки – все это в одном месте. Сегодня организаторы выходят на финишную прямую. Ярмарка «Школьный базар 2018» традиционно откроет свои двери в августе месяце. Первая ярмарка начнется 11 августа и продолжит свою работу все выходные августа. Кстати, приобрести кое-что к школе можно и в будние дни. Ведущие магазины города уже активно реализуют канцелярскую продукцию и форму. У крупных торговых объектов будут организованы секции по продаже школьного ассортимента. И различным категориям граждан будут предоставляться скидки, рассрочки и другие бонусы. Традиционно на ярмарках будут представлены письменные принадлежности и канцелярские товары, ученические ранцы, книги и учебные пособия, одежда и обувь для школьников.